В общем, добрый вечер. С котом Батоном мы тут качаемся. Ну, все хорошо. Кис. Че ты мяукаешь? 24 дня мы отходили, еще один денек остался проставить капельницу. Антибиотик. Воспаление спало. Ну и это. Осталось только курс завершить. Сейчас ждем, когда нас заберет машина. А батончик. Ему не очень нравятся такие поездки с тряской. Хотя он любопытен на улице, все осматривает, оглядывает, принюхивается. Че это маленький? Беспокоит его что-то. Прогулялись немножко, подышали, да? Вот он какой. Безопасно ему, хорошо. Воздух свежий. Сейчас машина приедет и поедем домой. В общем, все с ним хорошо, не переживайте. Идем на поправку. Будем искать, куда он дома ходит в туалет. Ладно, всем спасибо, что переживаете за нас. Всех с праздником и до новых встреч.